Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды мы забираем с тобой за Лигу Сёгунов 3 звезды. Так, идем сразу на задание и забираем награды. Так, открыть колоду, вперед. Открываем. Что нам здесь выпадет? А, ничегошеньки, понятно. Не беда, ничего страшного там нету. Так, дальше у нас сразиться в боях. Окей, так, мы с тобой карайку, да, прокачиваем. Поэтому нам нужно на нее найти. Так, 4 бинокля. Поехали. Один бинокль нашли. Второй. Третий. Оу. Это что за везуха такая, а? Сегодня напала. Так, и 12 кружек. С кружками, конечно, будет немножко попроще, потому что кружки выпадают чаще, а иногда просто выпадает тебе мутаген. Ну, да не беда. Как, ребят, только мы с вами здесь 2 получим, вот здесь вот, сразу прекращаем поиски. Все. То есть задание мы выполнили, основное мы найдем с тобой попозже, уже в следующей серии. Так, забираем награды. Поднять уровень персонажа. Вот насчет мутагена я что-то не уверен, что у нас достаточно. Так, давай-ка глянем. 25 тысяч. Бакстер Стокман, сколько нужно тебе? 27 200. Ну что же, хорошо. Предлагаю, ребят, так, посмотрим вначале предметы. Так, здесь нам ничего не надо. Монет у нас мало. Ну и жетонов тоже мало. Кто-то спрашивал, да? Хорошо, что, ребята, вот мне нравится, что некоторые вот из вас, которые уже очень долго у меня на канале и которые, в принципе, знают все вот эти мелочи, помогают мне, как бы объясняя вновь прибывшим людям, да, на мой канал, которые подписываются и спрашивают вопросы там, касающиеся игры. И вы помогаете мне в плане того, что вы отвечаете на определенные вопросы. То есть там был вопрос, для чего, Рэй, типа, для чего нужны вот эти вот предметы? Можно было бы, конечно, написать, объяснить, но я этого не делаю, ребята, потому что тот, кто смотрит ролики, прекрасно знает, для чего и что. Но многие из вас, которые все-таки берутся за это дело и объясняют новичкам, что и почем. И это мне, конечно, очень приятно. Ну что, друзья мои, мы с вами пойдем на арену. Да, пойдем на арену. Так, мы с тобой, я тебе говорил, что нас сбросят до Лиги Самураев. Так оно и получилось, ранг 4. Поэтому у нас как бы второй день буста. Ну, по-другому это не назвать. По-другому просто язык не поворачивается это назвать. Потому что опять мы с тобой сейчас отыграем всех наших персонажей. Всех вот этих вот маленьких. С маленькой разницей, что когда у нас первый день буста, да, мы начинаем с 3 персонажей, а тут уже сразу с 5. Поэтому мы быстро сейчас с тобой вернемся на то место, с которого нас сбросили. Так что поехали. Супер Шреддер вступает в бой. Как ты понимаешь, он, естественно, всех тут заколбашивает. Ну, а мы с тобой тем самым будем как можно быстрее продвигаться именно по карьере, по рангу. Так, ну что, вот мы уже с тобой и в сёгунах. Позиция, как ты видишь, у нас 79-я, и это только начало. Это, так сказать, мы разминаемся с тобой. А может быть, нам дадут 15-20? Вряд ли, да? Хорошо, давай вот возьмем с тобой Дин Мухаммед. Ё-моё, Дин Мухаммед. Вот так вот звать. Здесь мы возьмем с тобой Усаги. Я более чем уверен, этого достаточно. И отыгрываем, естественно, наших слабых персонажей. Сейчас также мы сделаем с тобой первый удар вертушки, я думаю, этого будет достаточно. Ну, а если кого-то не добьем, надеюсь, что с постепеночкой. Их уничтожит постепенный урон. Да, видишь, вот именно об этом я тебе и говорил. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Ну, тут вот риск был. А вот прикинь бы, на этого кабана не повесился бы постепенный урон. А он какого там уровня был? Покажите мне. 54-го. То есть он вполне мог бы завалить либо Кейси, либо Саблезуба. Особенно если бы он сделал, например, удар локтем, да? Очень мощный удар, и там шансов выжить вообще мало. Так, ну что, у нас тут есть Моника. Я возьму Монику, пожалуй. Возьму Армагона. Армагон — это моя конечная точка. Именно в плане разбора.
То есть с ним мне вообще ничего не страшно. Он начнет фейлиться уже там где-то далеко за 60 уровень. А пока мы до туда дойдем, мы уже пол арены с тобой прибежим. Ну что, давай сделаем бросок валуна, само собой. Так, ребят, сегодня, наверное, пойдем на испытание. Надо будет пройти одно из них, да? Вторую мы даже трогать с собой не будем, потому что нет смысла. А на следующей серии мы с тобой, ну, помимо арены, да, пройдем смятение из другого измерения. Там как раз уже подошло. Как говорится, нам остается там пройти всего лишь последний круг. Так что будем его проходить. Правда, честно говоря, он мне ничего не дает, никаких бонусов. Ну, за исключением, когда мы открываем с собой сундуки. Там-то, конечно, можно что-то получить. А вот именно сами награды, именно в паке, то тут как-то, знаешь, 50-50. Хотя кто-то пишет мне, что там может выпасть тебе ДНК на персонажа, которых у тебя нету. Честно говоря, я ума не приложу, на каких именно персонажей. Я даже не знаю, как посмотреть, что находится в этом паке. Если бы мне показали бы все содержимое его, я бы мог делать какие-то определенные выводы. Но сколько я уже играю, сколько я его вскрываю, этот пак, да, после того, как мы побеждаем Кренга, мне дают только черепашек. Да, черепашек ниндзя. Именно, разные там стихии, но все равно только они даются. И больше никого. Так, ну что, у нас тут Александр. Александр, да, значит, давай мы вернем с тобой Армагона. Откатов у нас пока 35 штук. Я думаю, что этого нам хватит для полного прохождения вот этой вот аренушки. А когда мы ее полностью пройдем, мы с тобой уже, ну, будем, наверное, в Лиге Сёгунов 3 звезды, может быть, даже в Мастере. Ну, тут все многое зависит, ребята, от того, как мы будем продвигаться. Если нам захочет игра запороть, да, наш прогресс, она будет нам давать очень мало кубков. Соответственно, мы будем с тобой очень медленно продвигаться. Если же она, наоборот, как говорится, хочет сделать мне подарок, она будет меня очень сильно здесь прокачивать и прогонять. В данный момент мы в Сёгуне 2 звезды и 81 ранг. Я считаю, что это неплохо. Единственное, что вот, ребят, почему-то не дает мне 15-21. Хотелось бы, конечно, получить. Ну ладно. Так, у нас тут Женя, Евгений. Ну что ж, давай, раз, два, три, четыре. Как видим, 58-59 уровень у противника. То есть пока даже, ребята, не боимся ничего. Идем смело, Армагон справится тут со всеми. Но если даже не справится, 100% будет постепенный урон висеть. И он их просто уничтожит. Мне главное, чтобы отыграть большее количество своих персонажей, особенно слабеньких, за счет одного крепыша. И вам того же желаю, друзья мои. Кто играет не на взломке, поступайте именно так. Плевать, честно это или нечестно, в твоих интересах подняться как можно выше, потому что чем выше ты в лиге, соответственно, тем слаще будет награда. Я думаю, многим нужны платиновые осколки, не только мне. Да, и, соответственно, реворд, который дается в конце. На этой неделе у нас кто? Донателло. Он мне не нужен. Но если бы он у меня не был бы прокачан, конечно бы я тут пятую точку рвал изо всех сил, чтобы получить полностью 50 ДНК. Это все-таки шикарная награда, да? Для любого персонажа 50 ДНК — это круто. Если бы мне сейчас дали бы на Кренга 50 ДНК, я бы тут радовался до потери пульса. Потому что мне бы осталось там всего лишь 20 ДНК найти. Но это буквально там два боя. Я имею в виду недельных два боя, и все. И он бы был у меня в кармане уже прапанный в платиновый ранг. Ну, по крайней мере, в пятую золотую звезду. А там уже я бы постарался его, естественно, перевести в платиновый ранг. Так, ну что, мы с тобой добрались уже до 62 уровня, как ты видишь, да, противника. Темпа мы с тобой сбивать не будем. Также прогрессируем за счет Армагона. Можно многим сказать, что это нечестно и несправедливо. Может быть, ради того, чтобы хотя бы поменять персонажа, ребят. Но вы видели, что может, например, Усаги или Леонардо элементарно не добить. Элементарно не добить врага, и все, и пойдет все через одно место. Понимаешь? А я хочу, чтобы 100% была гарантия того, что мы пройдем, завалим и будем двигаться. Слишком много фейлов было за последнее время, согласись, слишком много. Можно сегодня и чистенько пройти все. Так, ну что, наверное, нам еще один бой с тобой предстоит сделать, и тогда мы уже будем с тобой
в Лиге Сёгунов 3 звезды. Ну, а там уже, как говорится, и до Лиги Мастеров рукой подать. Кстати, вот именно сегодняшний день считается как бы ключевой, потому что именно сегодня расставляются точки над «и». То есть вот сейчас мы с тобой где будем, да? Если мы дойдем, например, до Лиги Сёгунов 3 звезды или до Мастера, то нас даже если и скинут, то не так сильно. Ну, пускай там ступенек 50, это максимум, ребята, это максимум. Ну, не как вот было до этого, что мы закончили на Лиге Сёгунов, да, сегодня зашли, а мы уже в самураях с тобой торчим. Такого, конечно, сброса уже не будет. Будет, но он не очень большой. Так, ну что у нас тут? Асиф, ага, и Матас. Ну, давай возьмем Асифа. Так, я обратно беру Армагона. Раз, два, три, четыре. Вот как-то так. Все, все у нас идет шикарно. Я вот сижу, знаешь, и думаю в последнее время, а может быть нам действительно с тобой сделать, не прокачивать, например, вот этого вот, кто у нас там, Донателло, да, Бакстер Стокман, сейчас мы его прокачиваем до 90 уровня. Может быть нам с тобой взять слабенького какого-то, да, и прокачать его хотя бы до 70-80 уровня. И вот так вот потихоньку каждого. Что ты думаешь по поводу этого? Пиши, пожалуйста, мне в комментариях. Если большое количество голосов именно за этот вариант, то мы будем с тобой апать. У нас есть кого тут прокачивать, согласись. У нас одних полтинников только целая куча, ё-моё. У нас даже 60 уровней не так много. Смотри, у нас их всего раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А остальные все полтинники. Прикинь, сколько их много. И, кстати, ребята, вот по поводу того, что кого мы будем переводить на следующей неделе в платиновый ранг, ваши голоса просто разнятся, понимаешь, разнятся. Я даже не могу, вот на данный момент я не могу даже определиться, кого. Кто-то говорит лисичку прокачивал, ну, Алапекс. Кто там говорит Рафаэля, кто Леонардо. Ребят, давайте так сделаем. Как бы, наверное, надо выставить на голосование шкалу. Блин, да я запарюсь там писать героев. То есть, не хотелось бы мне очень большого разброса, мне очень тяжело, ребят, сконцентрироваться именно подсчитывать голоса, потому что один за того, другой за третьего, четвертый за пятого, ну как-то, давайте по существу выберем с тобой, например, три персонажа, да, определенных, и будем за них топить. Зачем за всех-то? Кто-то ради прикола, видимо, пишет там за Муху. Зачем, ребята, нам Муха нужна в данный момент? Муха, Кирби, ну... Я не считаю их супер бойцами. Поэтому зачем на них, извини меня, тратить четырехнедельный, извини меня, фарм, четырехнедельные, извини меня, усилия захождения в игру, чтобы, блин, потратить, прокачать мух в платиновый ранг. Кто-то предлагал крысиного короля прокачать в платиновый ранг. Тоже как бы под сомнением у меня. Нет, я, конечно, ничего против него не имею, но я не знаю, ребят, насколько он хорош. Хотелось бы, ну, действительно, по существу. Зачем я вот беру Илью, скажи ко мне. Хотя, подожди, Армагон, я думаю, справится, да, с Майки. Я надеюсь на это. Вот. Кто-то писал прокачать Тимати. Если не ошибаюсь, это Вуди писал, да? Прокачать Тимати. Я тоже как бы немножко вот этого не понимаю. У меня вроде бы провокаторов хватает. А Тимати, если брать по большому счету, толку нету. У него нет массовых атак. Как танк он, ну, не особо силен, если честно. Я даже больше уверен, что платиновый ранг его не спасет в этом плане, что он будет там стоять как крепыш, действительно. Как тот же самый Рокзар или Рафаэль. Или ты ради прикола это пишешь, или я не знаю, просто постебаться решил за, над нами. Или ты знаешь то, чего не знаю я. Так, что у нас тут? Санью. Санью. Вот. Тихо. Ну, хотя пускай будет. Ну, ты представляешь его, а, ребята? Он в платиновом ранге. Ну, это как-то, я не знаю. Тут у нас вот нейтрализатор, например, хорош. Паукус. Я тоже считаю его неплохим бойцом. Предлагает кто-то Леонардо классику прокачать... Говорит, не пожалеешь.
Мундагека, вот я думаю, что Мундагека тоже, в принципе, был бы неплох. Он же у нас идет как бафер, да? Кто у нас здесь? Вот Крысиный Король, вот у нас Салапекс. То есть персонажей очень много у нас, которые могут прокачаться. Но мне тяжело выбрать на свой, как говорится, вкус. Поэтому я к вам и обращаюсь. Да и всяко приятнее, когда твой любимый персонаж прокачивается в платиновый ранг. Поэтому топите за них. Топите, ребята. И кто больше, естественно, наберет. Только не надо вот это вот заходить с твинков там и со вторых, с третьих, с пятых своих каналов, чтобы сделать вот это вот надписи. Ребята, это вы делаете только хуже. Есть один человечек у меня на канале, который, я не знаю, зарегистрировался, наверное, там 10, а может быть и больше аккаунтов своих, и все время там пишет. Я уже не знаю, ребята, удалять, блокировать. Буду блокировать, серьезно говорю. Обижайтесь, нет, но буду блокировать. А как я узнаю, ребят. По почерку разговора, по всему. Поэтому это. И в скором времени я хочу, ребята, знаете, что сделать? Открыть для нас канал в Дискорде, где вы могли бы задавать вопросы, общаться, ну и вообще многое-многое-многое, и мне давать какие-то определенные советы. Только для этого нужно немножечко времени мне, чтобы разобраться, чтобы все там наладить, настроить. Так что скоро, надеюсь, он появится у нас. Так, что-то мне не дают 16.23, как ни странно. Ну ладно, Даулит. Ну давай возьмем Даулит. Так, Армагуша, возвращайся. Персонажей у нас уже не так много, но хватит нам на боев, наверное, 5. А 5 боев, это, кстати, практически мы уже можем перейти в Лигу Мастеров. Мы же в Лиге Мастеров уже, да? В Лигу Мастеров 2 звезды. Вот что я тебе хочу сказать. Тихо! Лежать бояться. Выжила, а? Да, мы с тобой в Лиге Мастеров 1 звезда, и сейчас будем с тобой продвигаться к 2 звездочкам. Так, 88-я была, становится 69-я. То есть, прикинем приблизительно, да, по 15 ступенек. Где-то боевочек. Так, вот эту я команду брать не буду, тут майки. А вот это вот вполне можно. Анте. Так, ну здесь можно Рафаэля взять. Отыграть его. Поехали. Отыграть его сейчас. Сейчас у нас Армагоша просто звезданет валунчиком. Вот и все. И никого не надо будет тут отыгрывать. Тырич. Да чтоб... Опа. Опачки. Хорошо, что Рафаэльчик со мной, ребята. Это очень хорошо, потому что... давай крик души. Шикарно. Змея Карай знает свое дело. Я думал, сейчас они будут нас бомбить, поэтому Рафаэль специально поставил в провокацию, чтобы он их уже автоматически уничтожал. Так, ну какая там, 40-я? Нет, 50-я. Значит, 5 боев. Так, возьмем вот этого вот бойца. Какой там, уже 75-й. Так, ребят, ну здесь уже... Хочешь, не хочешь, а придется брать... вспомогаловку. Угу. И для этого я возьму, наверное, Супер Шреддера. Блин, по 2 отката тратить не хотелось бы, конечно, но выбора такового нету. Хотя, может быть, Армагоша нет. Вряд ли бы он один бы справился. Так. Валунчиком. Замечательно. Так, у нас была 50-я позиция. Сейчас мы посмотрим, на какую попадем. Отсюда уже можно будет, в принципе, делать реальный вывод. Сколько там еще боев нужно сделать. Слушай, 20 ступенек, но получается 2 боя. Ну, возьмем, грубо, 3. Да, пускай будет у нас 3. С запасика возьмем. А там мы с тобой посмотрим. Единственное, что я понял, ребята, если мы хотим с вами быстренько так бустануться, нам... нужно брать именно сильных бойцов. Ну, как говорится, не меньше 70-го ранга. Так, давай возьму сюда Усаги. Так, подожди, где у нас? Раз, два, три.
Погнали. Ну что вы тут стоите? Два Рафаэля. Оригинал плюс классика. Рокстеди здесь, да? И Сплинтер. Тюк. А валунчиком хочешь получить? Накося. Вот так вот, друзья мои. Ну, неплохо, давай смотреть. Мы сейчас, по идее, должны попасть либо на 10 ранг, либо там где-то 11, 12, если все правильно. Да, ребята, 10 ранг. И получается у нас через бой мы с тобой попадаем в Лигу Мастеров 2 звезды. Так, секунду, секунду, секунду. Вот, да? Раньян. Так, Ромагоша, возвращайся. Так, где у меня Зэк? Вот он Зэк, вот он Донни. Вот он Рокзар. И вот он Бакстер. Тьфу ты, Бакстер. Крис Брэдфорд, конечно же. Какой Бакстер, о чем мы говорим? Так, ну что, бросаем бомбочку. Так, он неплохо бомбанул. Ну, тут, естественно, Армагон уже победителем будет. Потому что я удивлен, что Зэк отнял так много здоровья. Обычно он, ребята, как-то бросает свою бомбочку, отнимает там совсем крохотульки ХП. А тут очень даже неплохо жахнул. А уровень врагов какой был? Ну, 70-75, прилично бомбанули. Так, ну, а мы с тобой переходим в Лигу Мастеров 2 звезды, 92-я позиция, но боевки у нас еще продолжаются. Потому что мы не всех отыграли. Ага. Тихо-тихо, не надо. Ну что, возвращаем Армагона обратно к нам, да? И Супер Шреддера хочу. Сейчас мы тут вдвоем. А может быть даже в одного. Хотя в одного вряд ли. Армагон не сможет с ними справиться, да? А вот если через Супер Шреддера, то вполне. Ну что, делаем добивку. Все, друзья мои. Так, ну что, теперь мы идем с тобой на событие, на испытание. Это у нас будет свет в темноте, по-моему, да? Сейчас посмотрим, где мы здесь с тобой остановимся. 70-я где-то, да, позиция будет? Ага, 74-я, отлично. Так, секундочку, у нас же с тобой еще и мутагена, да, прибавилось? Ну да. Поэтому давай-ка мы прокачаем уровень. 93-й у него стал. Задание. Забираем здесь твои награды. И переходим на испытание. Так, сцены насилия мы с тобой не трогаем. А вот именно городская война тени на солнце. Из-за двух только лишь ДНК мы будем с тобой это проходить. Поехали. Ну, тут все довольно легко и просто. Тем более нам... Не скажу, конечно, что дали топовых бойцов, но, тем не менее, годится. У нас тут с тобой есть Супер Шреддер. У нас тут есть Зэк. В общем, все отлично. Так, я что делаю-то? Тут обычно мы на автобой врубаем, да, и бежим. Проходить все это событие не стоит, потому что в конце... Хотя, подожди, там в конце же, по-моему, награды солидные, да, даются нам. В общем, в любом случае, здесь лучше фармить шинигами и кунэйчи. Все. Других даже не надо трогать. Ну, понимаешь, да? Первая победа здесь все давно нелегко, потому что 10 уровня были противники. Получаем с собой ДНК на карайку и двигаемся дальше. Тут уже 20 уровень. И вот так вот на 10 ступенек они будут, скажем, разом повышаться, повышаться, повышаться. Вплоть до, по-моему, 70 уровня. Или даже 80-го, точно тебе не скажу. Но я скажу тебе одно, что его мы пройдем полностью. Ну как полностью? До... Кто там у нас? Шинигами, да, по-моему, последний стоит? Кунаичи перед ней стоит. Да, скорее всего так. Ну, как ты видишь, тут все довольно легко и просто. Разборки идут. Только шорох. Так, ладушки. Погнали тогда дальше. Тут победа, все понятно.
забираем, забираем. Так, морозильная кошка. Потом, как ты видишь, будет Микеланджело. И после уже будет Кунаичи. То есть два поединка нам еще нужно сделать с тобой в холостую. Если на последнем поединке у нас будет с тобой разыгрываться и Кунаичи, и Шинигами, то, конечно, есть смысл проходить, ребят. Ради того, чтобы можно здесь пофармить. Раз мы с тобой не трогаем самое первое испытание, да, то у нас, получается, очень будет много сыра. Его, естественно, нужно будет куда-то тратить. И я предлагаю, что именно на фарм, именно на фарм это все дело спускать. Так, это у нас последняя волна. Ну, здесь никаких проблем вообще нету. 30 уровень, что это для нас? Да ничего. Так, пощекотать свое самолюбие, скажем так. Ну все, здесь морозильную кошку мы получаем именно ДНК. И двигаемся уже на майке. Все, майки тоже, больше чем уверен, мы с тобой получим. 40 уровень противников, насколько я понимаю, да? Ну, естественно, это опять же нам на один зубок. А вот потом, кто у нас будет в зоне риска? По-моему, Зэк, да? Ну смотри, тут у нас и Зэк, и Рокзар. Они оба 80 уровня. Но если сравнить именно по крепости, то Зэк проигрывает. По атаке он, наверное, выигрывает у Рокзара, а вот именно по защите, скорее всего, проигрывает. Так, ну что, 45 уровни тоже тут падают. Этот падает. Все, довольно быстро прошли. Ну, вот мы дошли с тобой и до Кунаичи. Давай попробуем пройти. После Кунаичи идет, по-моему, Алапекс. А уже после Алапекс идет Шинигами. А там дальше Сплинтер. Но Сплинтер мне не нужен. И еще я разговариваю. Единственное, что мы можем с тобой пройти Сплинтера ради того, чтобы посмотреть, какой в конце будет реворд. Так, ну что, полтинники мы с тобой тоже разбираем здесь полтычка. Волны уже 4 вместо 3. На тебе, в бубен. Тыч, просто разбор полетов. Красавчики. Так, что у нас тут? Ну, вообще, никаких проблем. О, Ванька взялся за пулемет. И последняя волна. Тут у нас Сплинтер, Кунаичи и Леонардо. Так, минус Сплинтер. Блин. Левый крепок, хотя 50 уровень всего лишь. Так, что он там делает, я не могу понять. Ну-ка. Все. Забомбили, ребята, Кунаичи. Соответственно, мы получаем на нее ДНК. Ну и дальше двигаемся за... За кем? За Лапекс. И, кстати, вот давай посмотрим. Вот, ребята, видите, Кунаичи. Но здесь очень много мусора для меня. Мусором я называю те персонажи, которые уже есть. И невыгодно мне просто там фармить. Ну, представляешь, какой шанс, да, чтобы тебе выпало именно Кунаичи. Маленький, очень малюсенький. Поэтому, мне кажется, надо все-таки дойти до Сплинтера. Может быть, даже его подбить и посмотреть, что у него там дается. Там, если не ошибаюсь, должна даваться Кунаичи. Там должен даваться Сплинтер. Потом Алапекс и, по-моему, Шинигами. Вот такие вот бойцы. Давненько мы просто с тобой не проходили. И я уже подзапамятовал. Ну, как видишь, 60 уровень мы здесь с тобой тоже довольно неплохо разбираем. Так, хорош, работека, ты чё? Так, последняя волна, заключительная. О, Ванька взялся за пулемет. Отлично, молодец, красавчик. Ну, Зэк бы мог гранату бросить, бомбочку. Чё он не стал этого делать? Тьф, когти, отлично. Тут без шансов забомбили. Так, это мы с тобой получаем чего? Это уже у нас... Алапекс. Ну, а вот и Шинигами. 75 уровень, ребят. Я пока здесь никого не буду убирать. Риски, конечно, есть. Но я сыграю, наверное, сам.
Я сыграю сам, для того, чтобы никого не потерять. Поехали. Выпускаем маузеров. Тут еще сколько? 5 волн, да? Ко всему прочему. Давай, Ванюша, пулеметную дробь. Здесь, ну, здесь в рукопашку мы их разберем. Раз у них уже мало хп, да? Все это можно сделать и так. Волна. Давай волну выпустим. И гранату. Тюх, блин. Я вообще-то думал, что граната — это массовая атака. Что-то меня перекрывает. Отлично. Так, предпоследние бойцы. Так, мне нужно здесь в первую очередь Микеланджело завалить. Давай вот так вот сделаем. Упс. А если так? Шикарненько. Так, Леонардо, ну-ка давай, падай уже. Угу, и морозилка остается. Будет еще выпендриваться, хиляться, наверное, да? Давай, молодец. Хильнулась. Только тебя это не спасет, ни на граммульку. Так, и последняя волна, естественно, я здесь буду применять уже суперудар от супершредера. На, в бубенцы. Так, здесь я возьму провокацию, не знаю зачем, но пускай будет. Кинем сюда бомбочку. Так, и добивка. Шикарно. Сейчас я хочу посмотреть, какой здесь будет реверт. Ну, не реверт, а что мы здесь с тобой сможем фармить. Так, ну-ка покажите мне, пожалуйста. Ну да, сплинтер, шинигами, алапекс и кунаичи. А здесь... Ребят, ну здесь то же самое. Смотри, что здесь, что здесь. То есть, мне кто нужен? Кунаичи и шинигами. Здесь то же самое. Кунаичи и шинигами. Поэтому нет смысла проходить восьмой эпизод. Давай попробуем здесь. Опа, видишь как? Видишь, как фартануло? Шинигами. Блин. Может быть, все-таки пройти? Так у нас будет больше шансов. Поехали, фикси, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там же 85 уровней. Зачем я... Ох, сейчас мы будем тут, ребят, страдать. Тут противники 85 уровня. Это говорит о том, что у меня Зек. И кто еще? Да-да, именно Рокзар. В огромной просто опасности. Возможно, мы даже не пройдем с собой на 3 звезды здесь. И все это будет зря. Вот и ничего делать, видишь? Самое обидное, что у меня нет контратаки. И медик у меня только, сам видишь, кто, да? Да-да, именно Супер Шреддер. Тут даже Ванек мне не помогает. Окей. Так, добьем. Есть. Это была только первая волна. Переходим на вторую. Опять здесь эти стрелозады. Я думаю, здесь, наверное, надо вот так все-таки делать. Быстрее с ними разбираться. Окей. Так, у них постепенка здесь висит. Все, уничтожили. Третья волна. Так, ну тут уже не до шуток. Тут надо делать вот так. Угу. Блин, там Рафаэль еще. Ну-ка, если мы вот так сделаем. А хил пока действует, да? Да ё-моё. Нет, не будем с тобой тратить супер атаку от супер Шреддера. Окей. От хила нету, я смотрю. Но он откатится скоро, через один ход. Так, мы переходим на четвертую волну. Здесь, наверное, придется супер атаку делать. Так, вначале сделаем так. Гранату мы бросим сюда. Провокацию я, наверное, не буду брать. Не вижу смысла в ней. Началось, да? Ай-яй-яй. Зэка бомбят. Так, ребят. Сделаю все-таки отхил.
И что творит, а? Не надо только, блин, они. Это 100% плетище в зэка. Нет. Ну, слушай, тогда я возьму здесь, естественно, провокацию. Уничтожаем Кунаичи. Так, Шинигами, ну, мы ее не пробили. Минус. Так, теперь попробуем Карайку наказать. Так, она замедлена. Оу, на ней пассивка, ребята, на уклонение была. Раз и два. Так, последняя у нас волна здесь. Сплинтер и все черепашки, да? Ну что, начинаем. Идеально. Да чтоб тебя. Поехали. Так, мне нужно... Вот, волна есть. Все, ребят, по-моему, победа здесь за нами. Идеально, никто не погиб. И сейчас... Ну, у нас, правда, с тобой не остается сыра. Ну, это не страшно, потому что на следующий день, да, мы с тобой можем спокойненько фармить два вот этих этапа. Так, сыр еще есть. Ну что, попробуем? 50 жетонов. Вот, ты видишь? Вот, ребятушки, есть все-таки смысл. Есть все-таки смысл. Ну что? Подожди, куда он мне? Че, рискнем? Блин, 3 золотых осколка. На, лисица. Сплинтер, блин, да вы серьезно, дайте мне шинигами. Ага. Кружечку дали мне. 5 жетоны. Е. Вот это я понимаю, друзья. Так, ну что, здесь нам нужна кунаичи. Доллары. Жетоны. Камень талик. Все, ребят. Сыр закончился, к сожалению. Ну что, ребятушки, на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться. Осколки я собрал, все как полагается. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.